Что ж, надо выполнить какую-нибудь миссию. Какая-то там была в Валентайне. Мисс Гримша, я заметил, с утра всегда кофе пьет. Чисто всосал целую миску рагу. Доброе утро, Артур. Как-то однажды вечером перебрал я виски, и словно волны Бискайского залива стал я грохотать и реветь. Пухарик, лицо раскраснелось, как лангуст. Я упал и сломал себе нос. И кто-то стащил мои часы. Прикольно. Доброе утро, Артур. Тут я решил подобрать костюмчик какой-нибудь. Чисто поменять шмотки.
Да уж, понавыбирал. Одно другое заменяет. Бандана, платок заменяет. Перчатки и так нормальные. Снаряжение везде и так улучшенное стоит. Ну, поехали в Валентайн. Gotten into your head. Keep it moving. Hey, move. Okay, they play key. Еще по одной. А вот и салон. Вот так. Эй, ну ваше здоровье. Да, Артур, Артур, иди сюда. Я познакомлю тебя с нашими подружками. Рад знакомству. Вот это мужчина, крепкий, словно скала. Лучше помолчи, Анастасия. С первого взгляда ясно, что он милый котик. Точно, он милый котик. Правда, Артур? Как скажешь. И сколько вы берете? Ну разве может так разговаривать с леди? Ой, я и не знал, что говорю с леди. Прошу прощения.
должен сказать, у тебя здорово получается разговаривать с женщинами. Да, я прирожденный сердцеед. А где Билл? Господи, даже думать об этом не хочу. Эй, вот и он. Они сейчас подерутся или поцелуются? Ох. Иди сюда, детка. Перестреляем этих гадов. Да ладно, с этими кретинами мы справимся. И это было ошибкой. Если нужно, я всех в городе изобью. А стрелять-то нельзя было? Ну или что-то забагалось, не знаю. Хватит плясать, дерись. Давай, Артур. Давай, Артур, врежь кому-нибудь. Мужчины в этом салоне есть? Так и будешь смотреть, Морган. Короче, что-то пошло не так. Они сейчас поцелуются или подерутся? А, вот и ответ. Иди сюда, детка. Перестреляем этих гадов. А ладно, с этими кретинами мы справимся. Хватит плясать, дерись. Томми, нет, не лезь в это дело. Иди сюда, мексикашка. Ты бьешь как девчонка. Отцепись, бродяга. Морган, Хавьеру нужна помощь. Эй, здоровяк. Опять шапка слетела. Ты уже хочешь получить? Иди сюда, красавчик. Красавчик, ты что, издеваешься? Красавчик. Снеси его башку. Покажи ему, как дерутся в Валентайне. Чего ты боишься, а? Ты жив, Артур? Да, я... уложу эту тварь. Да ладно, я ведь только начал. Убей этого дурачка, Морган. Дай ему в морду, Томми. Я тебя в грязь втопчу. Прикончи его, Томми. Давай, Томми. Убей его, Томми. Покажи ему, Томми. Давай же, Артур. Давай, выбей ему зубы. Эй, ну хватит, прекратите, пожалуйста. Я прошу вас, не надо.
прошу, сэр. Вы уже держали верх в драке, неужели этого мало? А тебе какое дело? Никакого дела, никакого дела, сэр. Ну, пожалуйста, очень вас прошу. Заводишь новых друзей, Артур? Посмотри, как кого мы нашли. Джозая Трелони. Он самый. Так-так. Я думал, ты подался в Нью-Йорк, чтобы скучать по этому великолепию. Да ты шутишь. Как поживаешь? Недурно. Довольно недурно. Я попытался найти вас в Блэквотере, джентльмены. Оказывается, вас там не слишком любят. А, Хавьер. И Чарльз. Давно не виделись. И Билл выглядит удивительно хорошо. Джентльмены, всегда рад. Нет, нас не слишком любят в Блэквотере. И мы оставили там кучу денег и юного Шона в придачу. Шона? Ты его нашел? Да, нашел. Его держат у себя какие-то охотники за головами. Хотят узнать, сколько денег федералы за него отвалят. Насколько я знаю, он еще в Блэквотере. Но поговаривают, что они готовятся. Если мы займемся Блэквотер, нам конец, это как пить дать. Там будет полно Пинкертонов, но если есть вероятность, что он жив, мы должны попытаться, да, конечно. Им нужны вы, Дач, как и всегда. Чарльз, разузнай все, что сможешь, но аккуратно. Джозая, бери Хавьера и... Артур, приведи себя в порядок и присоединяйся к ним. А как же я? А что ты? Как это понимать? Билл, пошли. И тут я подумал, глядя на эту грязюку на одежде, надо ванну принять. Хотя как это относится к одежде, непонятно. В общем, реализм пострадал. Наверное, ванна равно прачечная. Проявите щедрость, будьте щедры. Помогите людям в меру своих сил. А, это вы. Да, я все еще я. Насколько неизвестно. Мне и так хватает проблем. Я не хочу создавать проблемы. Я просто защищал женщин. Ну, полагаю, все это уже в прошлом. Так что вам нужно? Хотите принять ванну? Да, вот ванну оплатил. И вон она, желтенькая на карте. Значок. Ванна и по совместительству прачечная. Не нужна ли вам помощь? Да, конечно, почему нет? Вы можете предоставить это мне. Скажите, что вам нужно. Короче, я так понял, натирать не обязательно что-то. Просто зашел в ванну, да выходить можно. Ну и пора ехать обратно в лагерь.
Там он дальше какие-то задания наготовил. Проявите щедрость. А, это вы. Привет, мистер. Из тебя благодетель так и прет. Я просто хочу помочь. Или влезть не в свое дело. Вы бы убили этого человека. Это не твое дело, понятно? Да, да, сэр. Какой-то он больной. Пожертвуйте денег. Непонятно, как жертвовать, короче, ну да ладно. Сделаем эту землю. Мы можем стать едины. Короче, странные у него речевки какие-то. Тут я думал шапку на лошади поискать. Я, говорит, делаю, что могу, а вы? А вон шапка была. Пропустил. И хрен с ней. Надпись: вы потеряли шляпу, идите к гардеробу. Видать, она в гардероб возвращается. Кто это? Десять тысяч общака. Артур. Дач? Я хочу, чтобы ты кое-чем занялся. Пустяковое дело. Нужно помочь Геру Штраусу. Я и так вкалываю целыми днями, Дач. Я знаю, знаю. Но то, чем занимается Штраус, не самая приятная работа, но она приносит деньги. Пожалуйста, сынок, ради меня. Ладно. Как всегда, спать до утра.